Қайырлы таң, түн көрпесін тұрып, арайлы ақ таңды қарсы алған қазақ елі. Тылсым түннің ғұмыры таусылып, тамылжыған таңның патшалық құрар мезгілі. Жүздеріңізге шуақ, езулеріңізге күлкі ұяласын. Тікелей эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Доброе утро, Кокшетау! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Кокшенере, и сегодня вместе с вами этот день встречаем я, Иван Дубейко, и моя дорогая соведущая Куаныш Каирова. Қымбатты көрермендер, қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды алып, бізбен байланысқа шықсаңыздар. Немесе сәлемдемелеріңізді экран бетінде көрсетілген біздің парақшаларымызға жібере аласыздар. Көкше нұры бағдарламасы арқылы жақындарыңызды, туған туыстарыңызды айтулы мерекелермен құттықтап, сәлем жолдасаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Звоните к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 8-716-2. Кроме того, у вас есть отличная возможность оставить свои пожелания и поздравления в социальных сетях Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Иван, көңілкейімізді одан әрі жақсарта түсу үшін дәстерімізден жаңылмай, таңды әуездәуенмен бастаса қалай болады? Полностью поддерживаю твою идею, ведь музыка крайне необходима человеку, особенно утром. Именно она задает столь необходимое для человека настроение. Yeah.
Дорогие телезрители, эфир нашей программы продолжается, и по нашей всеми любимой традиции мы подготовили для вас вопросы нашей сегодняшней викторины, за правильные ответы на которые вы получите специальные подарки от телеканала Кокше. Итак, вопрос первый. В 1988 году эта галерея попала в книгу рекордов Гиннесса как самая большая галерея в мире. А также второй вопрос. В рукописях какого художника эпохи Ренессанса найдены наброски проектов вертолета, парашюта и субмарины? Дать правильные ответы на наши вопросы вы можете по номеру 252505 и в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Я сенімен толықтай келісемін. Біз әдеттегідей дәстүрімізден жаңылмай күнделікті викториналық сұрақтарымызды дайындап қойдық. Сонымен бүгінгі біздің сұрағымыз ол 1988 жылы бұл галерея Гиннестің ең ірі көркем галереяларының қатарына кірген болатын. Және 3 миллионнан астам көркем туындыны қамтитын бұл галереяның барлық 322 залын аралап шығу үшін адам 32 мың шақырым жүріп өтуі қажет екен. Бұл қандай көркем галерея? Ал ендігі екінші кезектегі сұрағымыз ол Ренессанс дәуіріндегі қандай суретшінің қолжазбаларынан тікұшақ, парашют және су асты кемелерінің жобалары табылды. Біздің бүгінгі викториналық сұрақтарымызға жауап беріп, телеарнамыздың атынан сыйланатын, ойнатылатын бағалы сыйлығымызды ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал естеріңізге сала кетейік, эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Атамғазақ ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ал ауырмаудың бірден бір жолы ол таңғы жаттығулар. Утренняя зарядка – это то, что помогает человеку оставаться здоровым, красивым и энергичным. Ведь спорт – залог здоровья. Енді ғана оянып жатқан телекөрермен таңғы жаттығуларды естен шығармаған жөн. Көтеріңкі көңіл күйде таңғы жаттығуды бізбен бірге келесі айдарымызда жасаңыздар. Разминайтесь вместе с нашей рубрикой 3-4. Всем доброе утро! С вами фитнес-студия Регины Князюк. Сегодня нас ждет комплекс упражнений на мышцы живота. Поехали вместе со мной. Хороший вдох. Хороший выдох, хороший глубокий вдох и хороший выдох. Потянулись и наверх. Потянули ручки. Молодцы. Потянулись в сторону. Молодцы. Потянулись в другую сторону. Отлично. Потянули ножку. Хорошо, поменяли. Хорошо, мы немножко размялись. Вытянули ручку вперед, вторая ручка в сторону. Делаем наклончики и тянемся как можно ниже. Отлично. Стараемся тянуться. Молодцы. Поменяли ручку. Следим за бедром. Бедро не должно шевелиться. Работают боковые мышцы пресса. Хорошо. Закладываем одну ручку за голову, вторую кладем на бочок. Продолжаем наклончики. Молодцы. Поменяли. Стараемся тянуться. Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами делаем наклончики в плие. Сели как можно ниже. Вытягиваем ручку и продолжаем тянуться. Отлично. Поменяли. Молодцы, вырастаем, делаем хороший вдох и хороший выдох. Наклоняемся назад, ручки плавно опускаем вниз и стараемся тянуться до пола. Стараемся. Хорошо, делаем вдох
Немножко отдыхаем и делаем круги. И в обратную сторону. Молодцы. Немножко собираем ножки и делаем круг бедром. Отлично, в другую сторону. Делаем хороший вдох и хороший выдох. Хороший вдох и хороший выдох. Дышим животиком. Делаем глубокий вдох через нос. Глубокий выдох через рот. Вдох. Выдох. Таких повторов делаем не менее 8 раз. На этом наша разминка закончена. Будьте бодры и веселы на целый день. С вами была Регина, и я желаю вам удачного дня. Пока-пока! Эфиріміз одан әрі жалғасуда, біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Иван, осы орайда сенімен өте оңай әрі пайдалы қытырлақ алма тілімдерін жасаудың әдісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алманы тілімдеп кесіп, үстінен шоколад түйіршіктерін себемізде пешімізге пісіруге жібереміз. Осылайша біз қытырлақ картоптың орнына денсаулығымызға зияны жоқ, әрі өте дәмді алма тілімдерін пайдалансақ болады. Да, действительно, очень интересно и, конечно же, я думаю, вкусно. Довольно приятно осознавать, что существует множество техник приготовления того или иного блюда быстро и полезно. Ну а сейчас наши коллеги поведают нам о других хитростях кулинарии. Біз бүгін сіздерге дәмді әрі жылдам дайындалатын омлет мәзірін ұсынамыз. Алдымен ірімшікті жіңішке 4 тілімге бөліп тұраймыз. Одан кейін аскөкті ұсақтаймыз. Терең ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оған аздаған тұз қосып, араластырамыз. Сұйық май құйылған табаға дайын қоспаны құйып, оның тек бір жағын ғана қуырамыз. Біраз уақыттан кейін үстіне 4 тілім ірімшікті саламыз. Сондай-ақ ақжелкенді себеміз. Одан кейін омлетті 2 жағынан бүктеп, оны аударып, 1 минут көлемінде қуырамыз. Міне, мынада ерекше әрі дәмді омлет дайын. Ас болсын! Эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Звоните к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 8-716-2. Кроме того, у вас есть отличная возможность оставить свои пожелания и поздравления в социальных сетях Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қылқалам құдіреті деп аталады. Және көп замай студиямызға қадірменді қонақтарымызды 2 ай бұрын ашылған Energy Art Therapy сыныбының мамандары да келетін болады. Термин арт-терапия был введен художником Адрианом Хиллом в 1938 году. Работая с больными, он заметил, что творческие занятия отвлекают пациентов от переживаний и помогают справиться с болезнью. Сочетание слов арт-терапия означает искусство, забота и лечение. То оно и значит забота о психологическом здоровье и эмоциональном самочувствии человека посредством творчества. Ну а прямо сейчас мы проведем музыкальную терапию и зарядимся позитивом и энергией на весь грядущий день. Алғашқы жауған аққардай еріді сезім сақталмай, тек сағыныш бар беймәні, мекен жайы жоқ аттардай. Арман қуып кетейік, жалған күліп өтейік, шынайы бақыт тапқандай. Тәтті түстей арайлы емес,
тікелей эфирде көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Және де бүгінгі біздің викториналық сұрақтарымызды ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі біздің сұрағымыз ол 1988 жылы бұл галерея Гиннестің рекордтар кітабына ең ірі көркем галерея ретінде енді. Бұл галереяның құрамында қазіргі таңда 3 миллионнан астам өнер туындысын қамтиды. Және де бұл галереяны аралап шығу үшін сіз 25 шақырым жүріп өтуіңіз қажет. Бұл қандай көркем галерея? Және де күннің екінші сұрағы ол Ренессанс дәуіріндегі қандай суретшінің қолжазбаларынан тігушақ, парашют және де су асты қайықтарының жобалары табылды. Бүгінгі біздің викториналық сұрақтарымызға жауап беріп, телеарнамызда сыйлықтар ұтып алсаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Ну а для тех, кто только к нам присоединился, мы напоминаем вопросы нашей сегодняшней викторины. В каком? В 1988 году эта галерея попала в книгу рекордов Гиннесса как самая большая галерея в мире. Назовите ее. А также второй вопрос. В рукописях какого художника эпохи Ренессанса найдены наброски проектов вертолета, парашюта и субмарины? Дать свои ответы на наши вопросы вы можете по номеру 8-716-2-25-25-05, а также в социальных сетях Instagram, Facebook и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Иван, сен осы менің жылды жорамал бойынша болашақты көре алатын қасиетімнің бар екенін білесің бе? Да ладно, не верю. Мысалы, сен жылды жорамал бойынша кімсің? Мой знак зодиака – это рыба. Сезуімше, балықтар үшін ағымдағы ай өте қолайлы болмақ. Сен үшін мансаптық өсу мен жаңа жетістіктер, жаңа белестердің нағыз кезі сияқты. Весьма интересно. Я бы даже сказал, что звезды – это такой, знаешь, термин, я бы сказал, небесные светила, которые могут собоговорить и, конечно же, говорить. Ну, о чем же они говорят, мы узнаем в нашей следующей рубрике. Овен. Противоречивый день. Повышенная раздражительность или эмоциональная нестабильность могут привести к крупной ссоре с близкими людьми или друзьями. Проявите больше дипломатичности и душевной щедрости. Это поможет создать благоприятные условия для укрепления семейного уюта и комфорта. Телец. Напряженный день связан с выбором цели и защитой принципов. Эмоциональная впечатлительность и резкость в высказываниях могут не только отрицательно сказаться на результатах работы в профессиональной сфере деятельности, но и при неблагоприятных условиях стать причиной ощутимых финансовых потерь. Отношения с противоположным полом чреваты конфликтами и разочарованиями. Следите за своим здоровьем, вероятно, обострение хронических заболеваний. Близнецы. Финансовое положение крайне неустойчивое, реальность не соответствует вашему о ней представлению. Поэтому избегайте крупных покупок, ограничьте траты, бережнее относитесь к вещам. Неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю. День благоприятен для путешествий, отдыха в лесу, у костра или на берегу водоема. Вечером, вероятно, достаточно сильные головные боли, так что купите нужные таблетки и постарайтесь меньше сидеть у экрана телевизора. Рак. Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие. Это день новых встреч и знакомств, прогресса в делах. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, членов семьи, но после возможного небольшого стресса все станет на свои места. А потому вскоре в семье снова будет царить полный мир и покой. Лев. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой, не стоит совершать важных поступков или принимать ответственные решения. День связан с преобразованием энергии. Повышенная раздражительность или эмоциональная нестабильность могут привести к крупной ссоре с близкими людьми. Звезды предупреждают, что сегодня ваша любовь к риску и опасностям ради самих опасностей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Исключите физические нагрузки и употребление алкогольных напитков. Дева. День благоприятный для укрепления собственных позиций. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Не бойтесь, вас никто не обманывает, наоборот, вы получаете гораздо больше, чем даете любимому человеку. Весы.
Положительные тенденции предыдущего дня найдут подтверждение во всех видах деятельности. Ваша интуиция и трезвый расчет позволяют точно определить ситуацию и тактику поведения. Реальность будет соответствовать вашему о ней представлению. Благоприятны крупные покупки, приобретение недвижимости. Приятное неожиданное известие может изменить ваши планы на предстоящую неделю. Скорпион. Сегодня могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении. Жизнь потребует от вас максимальной выдержки. Возможно, ухудшение самочувствия у пожилых людей и детей, у больных, ослабленных хроническими заболеваниями. Возможен временный душевный дискомфорт. Рекомендуются прогулки ранним утром и вечерние часы. Стрелец. Звезды рекомендуют смирить бурные проявления чувств, проявить больше выдержки и самообладания. Вероятно, эмоциональная вспышка может привести к ответной агрессии. Любой спор разрастется до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений. Козерог. Звезды советуют женщинам-козерогам умерить склонность к экстравагантным поступкам. Желание быстрого успеха угрожает нервным срывам. Мужчины-козероги должны уделить больше внимания близкому человеку или детям. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к повышенному тону или силе авторитета. Водолей. Вероятно, духовное озарение. Вы поймете, что исполнение желания не всегда ведет к счастью. Порой человек не может точно определить, что ему нужно. Возможно, к вам придет осознание новых истин, которые обогатят ваш внутренний мир. Рекомендуется смирить бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания. Рыбы. День разногласий и недоразумений. Рекомендуется реально посмотреть на создавшееся финансовое положение. Оно слишком зависит от вашей субъективной оценки. Кроме того, сегодня вы можете столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнерами и родственниками, которые будут недовольны вашим альтруизмом. Вам придется найти компромисс в своих действиях. Звезды благосклонны к вам. Всю энергию лучше направить на работу. Вас непременно ждет успех. Эфирде Көкше Нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы жұмыс істейді. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Ал осы айдар барысында біздің студиямызға қадірменді қонақтарымыз да келіп жетті. Қонақтарымызбен танысып кетсек. Ну а сегодня у нас в гостях Альмира Казакбаева, врач-невролог, нейрофизиолог, и Айгерим Залелова, специалист Государственного фонда социального страхования. Итак, доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Как ваше настроение? Давайте начнем с того, о чем вы, чем вы занимаетесь? Какая ваша основная работа? Основная наша деятельность, моя деятельность, я врач-невролог, нейрофизиолог. Сейчас на данный момент я работаю замдеканом по учебно-методической и научной работе факультета медицины в Карагандинском нашем университете государственном. Основная моя деятельность там, вот арт-терапией мы начали недавно заниматься, и мы открыли его в течение 3 дней. Вот, я думаю, еще Айгерим тебе представит. Айгерим, меня зовут Айгерим, я являюсь специалистом Государственного фонда социального страхования. Основная деятельность – это, получается, расчет социальных пособий, назначение социальных пособий. Вместе с Альмирой мы вот буквально только в этом году познакомились и решили открыть совместно арт-класс. А расскажите нам о арт-терапии, конкретно о вашей студии. Что она представляет из себя? Ну, вообще, арт-терапия подразумевает то, что человек через искусство, через творчество проявляет себя, проявляет свои качества, убирают какие-то свои блоки, да. За границей особенно есть определенные ассоциации. Здесь же в Казахстане пока этих ассоциаций нету определенного. И мы решили, у нас появилась идея, и в течение 3 дней мы ее реализовали, так скажем, очень быстро. Видимо, идея была очень хорошая. Наша основная цель и наша миссия – это помочь людям. Поскольку вообще сама арт-терапия носит под собой тот момент, что мы по психосоматике работаем с человеком, и если он как, приходит на занятия с каким-либо со своей определенной ситуацией. И в
процессе, получается, творчества он проявляет вот эти все качества. Если есть страхи, если есть какие-то обиды, если есть какие-то блоки, он, получается, в процессе рисования это все показывает. Мы как-то Клавой с Игорем интерпретируем это все и помогаем им вот этот момент, барьер перейти. Получается, как трансформировать эти все блоки. И человек в этом плане, получается, меняя свое мышление, он уже уходит с решением данного вопроса, с которым он пришел. Он может не озвучивать данный вопрос. Жалпы, өзім үшін және де көрермендерімізде үшінде қызықты сұрақ деп ойлаймын. Жалпы, бұл сала қаламызда кең тарамаған, көп кездесе бермейді. Ал осыны арт-терапия студиясын ашу, қаламызда ашу идеясы қалай пайда болды? Мамандықтарыңызға байланысты осында шешімге келдіңіздер ме? Можно я отвечу? Просто мы сейчас, наверное, сами задались таким вопросом, поиском самого себя. И когда ты сам себя начинаешь искать, соответственно, ты начинаешь искать то, чем тебе нравится заниматься. И когда мы начали открывать этот арт-класс, мы поняли, что мы видим, мы смотрим на людей с другой стороны. Потому что многие, допустим, приходят с тем убеждением, что у них может что-то не получиться. И когда мы смотрим на них с другой стороны, то есть мы понимаем, что мы тоже многое узнаем для себя. Это в какой-то степени и психология. Еще относится к моей профессии, как нейрофизиолог. Я очень давно, вот уже последние 3 года занимаюсь именно нейрофизиологией, изучением по психосоматике, получается, это мышление человека. Если вообще прийти по сознанию, подсознанию, человек сознанием пользуется от 5 до 7% в среднем, да? Максимально это получается до 10%, но это уже те люди, которые считаются гениями, да? А есть еще у нас и подсознание, которое большую часть у нас составляет, и подсознание — это то, чем мы являемся. И когда мы находим именно путь решения, мы именно через подсознание находим вот эти решения. Құрметті меймандар, осы орайда сұхбатымызды үзе тұрып, келесі кезекті айдарымызға берсек. Кезекті поэзия әлеміне береміз. Өзіміз жыр жазбасақ та, тебірене оқыған өлең жолдарын қуана-қуана тыңдауға дайынбыз. Кезекте элегиялық этюдтер. Экраннан алыстамаңыздар. Поэзия еще один из популярнейших видов искусства, который так необходим человеку. В этот прекрасный дивный мир мы уткнемся прямо сейчас. Бір құдырет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз солғайға. Туа сала таудай бақыт күтеміз алшынында. Бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсіндіп те байқапта кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын, бақыт сәби білмей тұғын әл атын, бақыт, бақыт ғажайып бір дәм ғана, сүйгеннен соң ернің де қалатын. Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бір ақсат. Мүмкін емес бұл өмірден есіну, болу керек ән әдемі күй сұлу, бақыт деген бұлтты күні жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну. Келтіретін адам болсаң елге мін, неге керек бос көмірге келгенің, бақыт егер байлық болса бергенің, керек болса отан үшін өлгенің. Өмір мына лыпып тұрған тұстара, өлім келсе қай туысың тұстара, бар ғұмыра басқа қонған бақыттың көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз солғайға, бақыт үлкен болған емес ешқашан, ал қайғының кішкентай болмайды. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Біздің тікелей эфирімізге хабарласып, викториналық сұрағымызға жауап беріп, телеарнамыздан бағалы сыйлықты ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар.
Дорогие телезрители, эфир нашей утренней программы продолжается. И по номеру 252505 вы можете позвонить к нам в студию, передать приветы и поздравления своим родным и близким. Кроме того, вы можете оставить свои пожелания в социальных сетях Facebook, в Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Енді келесі сұрақ, ол жалпы осы істі бастамастан бұрын арт-терапия сыныбын ашар кезде алдарыңызда қорқыныш болған жоқ па? Бұл іс өрге жүзбей кетеді-ау деген сияқты қорқыныштар болған жоқ па? Нет, как такового такого страха большого не было. Мы в течение вот в 3 дней мы обсудили какое-то вот это наше открытие, и через 3 дня у нас уже было первое занятие. То есть 4 марта мы уже провели наше первое занятие, и потихоньку сейчас наш арт-класс развивается, люди начинают нас узнавать, говорить о том, что мы посетили эту студию, да, делиться, и нам то, что нам нравится, что люди как бы делятся об этом и рассказывают свои ощущения, то есть то, что они получили на этом арт-классе. А является ли подобная студия новшеством в нашем регионе, как вы считаете? Новшеством я считаю, что не является, потому что у нас, я знаю, что у нас есть такой же арт-класс, то есть студия, но возможно, многие еще об этом не знают, потому что многие приходят, люди, которые только первый раз посещают такие арт-классы. А расскажите, по какой схеме вообще работает, ну, один урок? Вот приходит к вам человек с какой-то определенной проблемой и просит какой-то определенной помощи со стороны творчества, искусства. Хочу сказать, что изначально никто не приходит с какой-либо, с каким-либо вопросом. Они изначально приходят на занятия порисовать. А в конечном, да, для себя. Но мы сразу же в начале занятий у них спрашиваем: у вас есть какая-либо ситуация, которую вы хотите решить, но не можете? Что-то у вас не получается. И задаваясь этим вопросом для себя, они начинают картину. Начиная картину, в процессе ее, вот я уже до этого рассказывала, что мы убираем вот эти все страхи, блоки, и вначале люди, начиная даже картину, они не могут прорисовывать фон. Пропорции меняются, да? Несоблюдение пропорций. И когда человеку говоришь о том, что можно я помогу вашей картине там какие-то моменты, они соглашаются, но когда я говорю, а если я точно так же буду врываться в вашу ситуацию, они начинают в это время сопротивляться и уже говорить, нет, я тогда уже сама. И здесь уже начинается, меняется их мышление, меняется их вот это отношение к вообще своей ситуации, не картине, а ситуации, которые хотят они решить. И в конечном итоге каждый человек уходит вообще с другими мыслями, с другими ощущениями, и получает от этого, конечно же, удовольствие в том плане, что само творчество тоже как бы увлекательное, и оно, когда ты видишь, что ты что-то сделал уже своими руками, это одно ощущение. Когда ты еще понимаешь, что ты еще как понимаешь, какие решения есть для того, чтобы вот из той ситуации, которая они изначально задаются, они уходят совсем с другими решением вопроса. То есть посредством творчества можно на подсознательном уровне изменить свой взгляд на ту или иную ситуацию, правильно? Да. Да. Өте қызық. Ал жалпы, енді ашылғандарыңызға аз уақыт өтсе де, бірақ дегенмен де осындай керемет жетістіктерге жетіп жатырсыздар. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытқа қандай жоспар қойдыңыздар алдарыңызға? Ну, вообще, мы бы хотели, наверное, открыть какую-то, расширить эту студию и сделать как различные, ну, такой небольшой, наверное, центр, да, для детей и для взрослых, где могли бы не только, допустим, дети развиваться, да, потому что в основном сейчас центры у нас для детей, но для взрослых мало таких возможностей для открытия себя. То есть, ну, мы бы хотели, наверное, именно, чтобы совместный такой был центр для детей. Мы уже планируем. И мам, и родителей. Мы планируем открыть центр, а сейчас это в стадии реализации. Как бы планы уже есть наработки,
Но в реализацию мы еще пока не начали, поэтому скоро это все будет. Поэтому мы заметили, что вот дети намного проще относятся к, ну, ко всему, да, даже к той же самой картине. Им намного легче, допустим, что-то рисовать. Даже если у них что-то не получилось, они не так переживают, да, расстраиваются. Взрослые, наверное, это, к этому относятся более серьезно. Если они пришли рисовать, значит, наверное, они хотят нарисовать что-то такое прям, то есть сразу, да. И точно так же, наверное, они в жизни относятся ко всему так очень серьезно. В то же время у них идет такое непонимание, когда вроде бы что-то простое, они не могут нарисовать, вот это состояние у них, ну как же так, что вот почему же у меня не получается? А когда именно мы даем им понять, что это просто картина, это просто краска, это просто холст, они меняют свои отношения, это они меняют то сначала к картине, да, к ситуации. Да, ага, точно интересно. Так же это все меняется. На найти определенный подход легче к ребенку или к взрослому человеку? Наверное, по-разному, потому что если... Опять же, зависит от ситуации. Да, ага. Потому, и мы работаем с каждым человеком индивидуально. Мы находим в каждой картине тот же самый вот этот прорисование фона, да, основного, да, у одного человека могут быть как страхи, а у другого человека как обиды на другого человека или на близкого человека. И это очень сильно проявляется. Даже хотя бы те рисунки, которые они начинают, да, пунктирными линиями, это вот я сейчас скажу, и люди уже по-другому будут относиться. Но вообще интерпретация всегда индивидуальная у каждого человека, поскольку каждый человек имеет разные взгляды даже на одну и ту же ситуацию. Кроме того, қонақтар осы орайда сіздермен сұхбатымызды бірер минутқа үзе тұрып, келесі кезекті әріптесі Майжан Ақтаева дайындаған Айдарға берсек. Через несколько минут мы вернемся к нашей увлекательной беседе, ну а сейчас наша следующая рубрика. Мәдениет және спорт министрлігі тапсырысы бойынша Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм түсірген «Шыңырау» толық метражды көрген фильмі халықаралық «Фаджр» кинофестивалінің конкурстық бағдарламасына қатысады. Фестиваль 2019 жылы сәуірдің 18 мен 26 аралығында Иранның астанасы Тегеранда өтеді. «Фаджр International Film Festival» Иран киносының дамуына үлкен әсер тигізетін, басқа елдермен мәдени алмасуға ықпал ететін ірі кинофестиваль. Негізі 1982 жылы қаланғалы бері фестивальдің қазылар алқасы қатарында әлем кинематографының белді тұлғалары Фолькер Шлендорф, Кшиштоф Зануси, Белла Тар, Агнешка Холланд және Рустем Ибрагимбеков болған. Аталған фильм Бангладештің Дакка қаласында өткен 17-ші халықаралық кинофестивальдерде үздік операторлық жұмыс номинациясы бойынша жеңіске жеткен. Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі бойынша түсірілген көркем фильм «Еңсеп» есімді құдықшының өмірін, сондай-ақ күнделікті өмірде жиі кездесетін қиындықтар туралы. Атап айтсақ, бақталастық, менмендік, махаббат, достық пен сатқындық туралы баяндайды. Кинотуындының қоюшы режиссері әрі сценарий авторы Жаңабек Жетіруов. Фильмдегі басты рөлдерді Асылхан Төлепов, Алдабек Шалбаев және Айжан Жетіру сомдады. «Шыңырау» фильмі өз елінің төл тарихына бей-жай қарамайтын қалын жұртшылыққа арналған. Бұл пәлсапалық картинада көрініс тапқан көркем декорациялар, костюмдер және көз тоярлық әдемі табиғат аясындағы романтикаға толы сахналар, жануарлар қатысқан сахналар, Каспий теңізі, сырға толы Маңғыстау өңірі ешқандай көрерменді бей-жай қалдырмайды. Түсірілімнің барлығы дерлік Маңғыстау облысында өткен. Фильмде Қарақия ойысы, Үстірт шоқысы және Каспий теңізі көрініс табады. Дорогие телезрители, эфир нашей утренней программы продолжается, и специально для тех, кто только присоединился к нам, мы напомним вопросы нашей сегодняшней викторины. В 1988 году эта галерея попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая галерея в мире. Назовите ее. А также второй вопрос. В рукописях какого художника эпохи Ренессанса найдены наброски проектов самолета, субмарины и парашюта? Свои ответы вы можете дать по номеру 8-716-2, код для регионов. 8-716-2-25-25-05. Также вы можете ответить в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах.
Я біздің тікелей эфиріміз одан әрі жалғасады, және де біздің бүгінгі викториналық сұрақтарымызды ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі біздің алғашқы сұрағымыз ол 1988 жылы бұл галерея Гиннестің рекордтар кітабындағы ең ірі көркем галереялар қатарына енген болатын. 3 миллионнан астам өнер туындысын қамтитын бұл галереяны, бұл музейді, бұл музейдегі барлық 322 залды аралап шығу үшін сіз 25 шақырым жүріп өтуіңіз қажет. Бұл қандай галерея, бұл қандай көркем галерея? Ал екінші сұрағымыз, ол Ренессанс дәуіріндегі қандай суретшінің қолжазбаларынан парашют, тігішақ және де су асты қайықтарының жобалары табылды. Бүгінгі осындай викториналық сұрақтарымызға жауап беріп, телеарнамыздан бағалы сыйлықты ұтып алыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Ну, а мы продолжим нашу беседу, дорогие гости. Напомните, пожалуйста, как давно работает арт-студия? Арт-студия у нас работает с 4 марта. Занятие у нас, да, было 4 марта. И буквально 1 марта мы говорили об этом, и 4 марта у нас все это реализовалось. А скажите, пожалуйста, какой вообще полный охват населения? Кто часто к вам приходит, дети или более взрослое поколение? Ну, вообще, сейчас, наверное, в последнее время нас посещают больше дети и люди среднего возраста. Хотя у нас были люди пожилого возраста, да. Возможно, как бы, может быть, еще охват не такой большой у нас, потому что многие еще не знают об этом. Угу. Вот. Ну, в основном вот дети, наверное. Угу. А что касательно подростков? Вот подростки это... Те люди, это молодежь, которые сталкиваются, казалось бы, с не очень трудными жизненными ситуациями, но для них это прям большая такая проблема, которую нужно ее пути решения искать. Как часто вот именно подростки приходят? С ними очень легче работать. Намного легче. Намного легче, потому что они пластичные. В том плане, что как бы приходят с одними убеждениями, их легко как бы можно показать другую сторону вообще той ситуации. Они легко воспринимают и меняют свое мышление. И, кстати, с ними работать намного легче в том плане, когда они стараются искать еще несколько вариантов дополнительно. Когда их стимулируешь, показывая, что к этой же ситуации можно прийти вот так, а ты знаешь еще какие можно варианты подыскать. И у них очень много вариаций того, как можно решить эту ситуацию. В этом плане подростками работать намного легче. Давайте поиграем в одну небольшую игру. Допустим, я пришел к вам в арт-студию. Вот, допустим, у меня такая некая проблема. И как вы вообще начинаете работать? Прежде всего, вы мне даете, наверное, тему для рисования. Тему вы выбираете сами. Допустим, вы выбираете то, что вам больше нравится, чем работать. Потом уже, наверное, это начало как бы с того, что с чего вы вообще начинаете, наверное, да, рисунок. Допустим, я хочу нарисовать натюрморт. У меня есть стол, у меня есть кувшин и яблоко. Допустим, ну, начинаю рисовать я со стола. Вырисовываю фон, где-то окно, где-то шторы, допустим, определенные элементы декора. О чем это вообще говорит? Ну, мы вообще не саму картину описываем. Ага. Мы описываем вообще весь процесс. Ага. Процесс того, как вы накладываете фон, какие пропорции у вас соблюдены. Ага. Например, того же стола, того же окна. Да. Ага. Как вы накладываете, как видите ли вы цвета вообще, да, потому что если идет блики, да, где оно освещается, как оно проходит. Вот эти моменты мы в основном работаем с самим процессом. В общем, очень много тонкостей в этом плане. Да. А результат в конечном итоге, он может быть совсем отличаться от того, что вообще было изображено изначально. Но это будет ваше видение. Это будет совсем другое. Допустим, просто бывает такое, что мы выбираем, приходят люди к нам, мы выбираем одну картину, но каждый ее рисует по-своему. То есть даже те же самые цвета, он может выбрать совсем другой цвет. То есть это индивидуально все. Зависит от самого человека. Здесь проявление индивидуальности, это вообще, наоборот, поощряется. Потому что сейчас многие люди в процессе рутинной работы теряют себя и теряют свою индивидуальность. А мы как таковой помогаем вот это все находить, помогаем это все реализовывать. И люди уходят с другими убеждениями и вообще отношение к самому себе тоже
меняется. То есть в Оконцове творчество и искусство, оно становится помощником в этом деле? Обязательно. Отлично, весьма интересно, но прямо сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, после которой продолжим. Кетсем деп қиялдайды, болашағы болжаусыз. Қуыршағын сонда да қиялмайды, 18-е болған қыз. Бүгін біздің студиямыз ұлғанағы танымал әнші Дәурен Сейтжан. Дәурен Мұрза, қош келдіңіз. Сіздің жақында 18-ге толғаныңыз деген әніңіз жарық көрген екен. Жалпы, неге 18 жасқа толған аруларға ән арнадыңыз? Және ол ән кімге арналады? Бұл ән нақты ешкімге арналмаған, бірақ та барша қазақстандық арулардың құрметіне 18-ге толып жатқан, 18 жасын сағынып жүрген барша арулардың құрметіне арналған. 18-ге толған қыз, ақыл айтса анасы бұртыядай, табатындай жол жалғыз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Біздің тікелей эфирімізге хабарласып, туған туысқандарыңызды, дос-жарандарыңызды айтулы мерекелермен құттықтай аласыздар. Ал енді осы музыкалық үзіліс кезінде біздің студиямызға Мансұр есімді арт-терапия студиясының шәкірті келіп қосылған болатын.
Итак, дорогие гости, вот наглядный пример, как проводится вообще эта планета арт-терапия. Вот конкретные шаги, с чего вообще начинается? Сейчас он накладывает фон. Но здесь ничего сложного нету. Мансур у нас уже не один раз был. Это творческий очень ребенок, который видит цвета, видит рефлексы. И, в принципе, я думаю, из него выйдет очень хороший художник в том плане, что он не боится накладывать ни фон. Поскольку этот ребенок, у него нету сейчас никакого блока. Возможно, в начале было, когда мы рисовали с ним первую картину, но когда мы с ним уже поработали, на данный момент я уже вижу, что процесс, прогресс на лицо. То есть посредством творчества он снял какие-то определенные блоки, какие-то определенные грани, и теперь он может не только свободно выразить какие-то свои эмоции в картине, но и, допустим, в людях, в социальной сфере, да, показать себя, проявить. Он изначально в первой нашей встрече с Мансуром у него был страх того, что то, что он видит, это как бы люди не поймут его. В том плане, что он видит, если, как художники говорят, если мы видим определенную фигуру, мы должны описать, что это, да, стекло, дерево или какой-то пластмассы, что отражает ли это или нет, да. И он видит все рефлексы, которые есть, он ощущает пропорцию, в том плане, что в пропорциях он всегда очень это все красиво подбирает. И рефлексы у него очень красиво между собой сходятся. Но вначале он думал, что если он эти цвета подберет, что неправильно ли у него получится. Жалпы был тек қана терапия ретінде ғана емес, сонымен қоса, мысалы, бір-екі сабақтан кейін баланың жеке өзінің осы сурет салуға деген қабілетін ашуы да мүмкін. Бұл өте қызық әрі пайдалы. Жалпы салынып жатқан суретке біраз уақыттан кейін қайта оралатын боламыз. Жалпы, өзіме өте қызық болған сұрақтың бірі, Instagram парақшаларыңызға кірген кезде байқағаным, ол осындай мастер-класстардың, осындай сабақтардың көбі әртүрлі кофеханаларда, дәмханаларда өткізілетіндігі. Жалпы, қалай осындай басшылармен болсын, дәмханамен болсын, келісімге келу қиын болған жоқ па? Қиын емес па сіздерге? Жоқ, бізден керісінше ол ол мейрамханалармен бізге келісуіміз 10 ай болды. Бірінші кездескеннен ақ біз бір-біріміздің тілімізді тақтық. Кофе Бум және Тратория Уна мейрамханаларының бастықтарына үлкен рахметтерімізді айтамыз. Осы уақытқа дейін бізді бір сөйлескеннен ақ түсініп, қолдап, өздерінің көмектерін көрсетіп жатты. Ал жалпы қазіргі таңда өздеріңіздің жеке студияларыңыз бар, бұрынғыша? Иә. Инстаграм парақшаларыңызды, орналасу жерлеріңізді қазір жарнамалап өтсеңіздер болады. Біздің адресіміз, мекенжайымыз қазір 8 март, 61 үй, 18 кабинет. Бірақ андасында біз жаңа күнде мейманханаларға шығып тұрамыз. Яғни олармен алдын ала келісім отырып, одан кейін сужерлерге шығамыз. Ну что ж, дорогие гости, прямо сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой продолжим нашу увлекательную беседу. Я, құрметті телекөрермендер, біз сырлы сұхбатымызды шағын жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Андиамо, амико мио. Пойдем, мой друг, сейчас все увидишь. Есть вещи, к которым ты легко привыкаешь. Их не замечаешь, потому что живешь с ними каждый день. Это счастье – жить в мире, быть свободным и видеть ослепительную красоту своей земли. Часы, как зеркало. Смотрю на них, а вижу человека. Он примерно ровесник мой, который время ценит. А вещи чинить, а не выбрасывать. И это всего касается и часов, и дружбы, и семьи. Ладно, иди, тебя ждут. Спасибо большое. Завтра приду обязательно. И помни,
что лучшее время быть счастливым, оно всегда прямо сейчас. Понадобится мякоть баранины, лук, специи всякие, зира, черный перец, соль. И рис надо промыть, чтобы вода была прозрачной. Ромео! Милая! Еще два слова. А потом наливаешь побольше воды, на 2 сантиметра выше риса. И плотно закрываешь крышку. А секрет-то в чем? Секрет в том, что нужно готовить с большой любовью. Милый класс! Ваш выход. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Естеріңізден шығармаңыздар. Бүгін бізде викториналық сұрақтар ойнатылып жатыр. Біздің тікелей эфирімізге хабарласып, бағалы сыйлықты ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі біздің викториналық сұрағымыз, алғашқы сұрағымыз ол 1988 жылы бұл көркем галерея Гиннестің рекордтар кітабындағы ең ірі көркем галерея қатарына қосылған болатын. 3 миллионнан астам көркем туындыны қамтитын бұл музейді, бұл галереяндағы барлық 322 залды аралап шығу үшін сіз 25 шақырым жүріп өтуіңіз қажет. Бұл қандай көркем галерея? Ал күннің екінші сұрағы ол Ренессанс дәуіріндегі қандай суретшінің қолжазбаларынан тік ұшақ, парашют және су асты қайықтарының жобалары табылған болатын. Бүгінгі осындай викториналық сұрақтарымызға жауап беріп, біздің тікелей эфирімізге хабарласып, телеарнаның бағалы сыйлығын ұтып алыңыздар. А для тех, кто только к нам присоединился, мы напомним вопросы нашей сегодняшней викторины. В 1988 году эта галерея попала в книгу рекордов Гиннесса как самая большая галерея в мире. Назовите ее. И второй вопрос. В рукописях какого художника эпохи Ренессанса найдены чертежи вертолета, парашюта и субмарины? Дать ответы на наши вопросы вы можете в социальных сетях. Инстаграм, Фейсбук и мессенджере WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Кроме того, вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 25-25-05, код для регионов 8-716-2. Передавайте приветы и поздравления, оставляйте свои пожелания в эфире программы Кокшенера. Ну а прямо сейчас мы продолжим нашу беседу. Итак, дорогие гости, как идут дела у нашего юного художника? На каком он уже стадии? Сейчас он пока прорисовывает. Это у нас дерево. Дерево имеет разноцветные листья. Сейчас на данный момент он прорисовывает уже листья, которые являются разноцветными. Не дошли пока до ствола и основного горизонта. А какие основные аспекты учитываются? Допустим, имеет ли значение, с чего начал художник свою картину? Имеет значение. Начинает все сверху. О чем уже это говорит? Плавно переходит к низу. Это говорит о том, что он не боится того, что те моменты, которые он прорисовывает. Многие люди, наоборот, начинают снизу картину, потому что думают, что если ниже, то это будет не видно. А творческие люди, люди, которые имеют уже какие-то навыки, да, вот Мансур уже имеет эти навыки, и он, не боясь, уже прорисовывает и верхние части делает, и уже с верхней части как раз-таки он и начал. В этом плане сейчас Мансур молодец, и он не имеет этих блоков. Гильм, расскажите, пожалуйста, вот ваша арт-студия проводит ли какие-то мероприятия вне вашего учреждения? Допустим, какие-то определенные выезды, мастер-классы в районы, может быть, или каких-то других? На самом деле мы об этом думали. Мы думали вообще выезжать, может быть, в какие-то, да, другие города даже. На самом деле мы это только планируем. Вот. Потому что наша арт-студия только, ну, второй месяц функционирует, да, и сейчас люди сами даже говорят о том, что можно мы организуем какую-то группу, допустим, может быть, какие-то учреждения хотят с нами поработать, то есть, допустим, какая-то организация, да, и коллектив, возможно, там какой-то, они хотят, то есть, вместе это все реализовать. Жалпы енді былайша уақыттығыздығына байланысты, жалпы Мансырмыздың салған сүретін былай көрсетіп, телекөремендерімізге көрсетіп, қысқаша баяндап берсеңіздер. Мансыр. Көрсетек.
А зачем? Мансурда қазір суретінде салы жатқан жапырақтары көлемді болып. Көлемді, яғни ол алдыға қойған мақсаттарының жалпы үлкендігін көрсетеді. Қорқыныш сезімі жоқ. Деген жалпы сурет салу барысында Мансурда жалпы қызығушылық бар ол түстерді бір-бірімен байқасаңыздар, арасында кейбір көбелек ретінде салып жатырды. Суреттің өзінде жапырақтарының өзі көбелек тәріздес. Одан кейін түстерді екі ақ түсі болса да, қазір көк пен қызыл, бірақ арасында екеуін араластырып басқа түсті де шығарып жатыр. Яғни ол өзінің келесі қандай да бір өзінің тапқырлығын көрсетіп жатыр. Яғни екі түс қанақ болса да, соны арасын бір-біріне қосып, тағы да бір түс шығарып, сонымен келесі суретін салып жатыр. Өте. Да, еще хотела бы отметить, что он, допустим, многие боятся краску даже брать, допустим, чуть-чуть, да, он начинает уже как бы хорошо ее набирать и прям вот накладывать на холст. То есть он не боится, да, цвет. Я не узнаю шармашлык жаңа талпыныстарын көрсетіп жатыр, я. Тапқырлығын да көрсетіп жатыр. Итак, дорогие гости, прямо сейчас наша следующая рубрика «Бренды, тренды, мир, моды». Скажите, пожалуйста, с творческой стороны, мода, она может ли олицетвориться в плане рисунка? Да. В какой степени, в какой манере? Пару слов буквально. Мода. В любом случае, перед тем, как какой-то проявить какой-то, должен быть эскиз, да? Перед тем, как что-то придумать, должен эскиз составляться. То есть определенный взгляд человека на моду также может показать его какие-то внутренние черты. Он может... Творчество. Да, это же творчество. Отлично, дорогие гости, но прямо сейчас мы прервемся на нашу следующую, самую модную рубрику «Мир моды». Сұхбатымызды келесі айдарымыздан кейін жалғастыратын боламыз. Ал кезекті әріптесім Балауса Жақсыбай дайындаған сән әлемінен сыр шертетін айдарға береміз. Экраннан алыстамаңыздар. Сәнді кроссовкалар сұранысы да азаяр емес. Керісінше танымалы брендтер Баленсиаганың табыс жолын қайталау үшін дизайны ерекше кроссовкалар шығарудан жарысып жатқандай. Іздеу жүйесінде сәнді кроссовкалар іздейтіндер саны 2211% құраған. Сондай ақ велоспорт шалбарлары да сәнде. Соңғы жылдары спорттық киім сәнді образдардың біріне айналса да, дәл мұндайды күтпеген боларсыз. Велоспортшылар киетін шолақ шалбар нағыз трендке айналатын түрі бар. Батыс сән қойлары болса, оны классикамен ұштастырып үлгерген. Халат көйлек. Пижама стиль сән қойлардың жүрегін қалай жаулап алғаны есіңізде шығар. Ендігі кезек халатқа да келді. Оны іздеушілердің саны 689%-дан асқан. Сұраныс бар жерде ұсыныстың да көбейері анық. Ендеше осы жылы әрі ыңғайлы, әрі стильді киіміз деп шаршамайсыз. Таспақа сырға. Сән әлемінде таспақа сырға аталып кеткен әшекеге сұраныс артқан көрінеді. Бұл бижутерияның ерекшелігі ол кез келген киім үлгісімен жараса кетеді. Жылан терісінің принті. Қош бол қабылан. Ендігі жылы қабылан емес, жылан терісі түстес киімдер мен аксессуарлар сәнде. 2019 жылы бұл принтке басымдық берілетін жаңа жыл кешіне көйлек іздеп жүріп, өзіңізде байқаған боларсыз. Сопақ көзілдірік. 90-шы жылдарда хит болған сопақ көзілдірік әзір сәннен кетпейтін секілді. Олар тағы да трендте. Сопақ дизайнды күннен қорғайтын көзілдірікті іздейтін сұлулардың саны 591%-ға жеткен. Африкалық принт. Жыл соңында африкалық принті бар киімдерді іздеген интернет қолданушылар саны күрт өскен екен. Егер келер жылы сән дүкендерінде африкалық ою мен өрнектелген киімдер көбейіп кеткенін көрсеңіздер, таң қалмаңыздар. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Біздің тікелей эфирімізге хабарласып, туған туысқандарыңызды, дос жарандарыңызды айтулы меншікті мерекелермен құттықтаңыздар.
Не так много времени остается до конца нашего прямого эфира, но у вас все еще есть возможность позвонить к нам в студию по номеру 252505, код для регионов 8-716-2. Также пишите нам в социальные сети Facebook, Instagram и Messenger WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Ну что ж, дорогие гости, расскажите нам о нашем следующем художнике. Я жалпы айдар барысында біздің келесі суретші қызымызды студиямызға келіп қалды. Сәния есімді қызымыз. Жалпы қандай сурет салып жатыр? У нее вообще у нас тема сегодня одна. Они рисуют дерево. Но я бы хотела показать, что каждый рисует по-своему. То есть, яғни тақырып бір болғанымен, әр адамның, әр баланың көзқарасы әртүрлі. Көзқарасы әртүрлі болғанымен, бұл бала планшеттің өзін басқаша. Яғни жаңағы Мансур горизонтальды түрде алса, бұл бала вертикальды түрде алып тұр. Бұл өзінің көзқарасы, яғни өзінің индивидуалды оғын көрсету. Бұл жерде Санияның суретінде ол ең бастысы ағаштың сабағынан, яғни ағаштың өзінен салып бастады. Бұл адам стабильділікке, яғни тұрақтылыққа сондай жағынан өзін көрсетіп отыр. Одан кейін бұл балада түстерді алған кезінде өзара түстер яғни суретін көрсетсе, сәне көрсетейікші суретін. Экранға қарай бұрып суретімізді көрсетті. Мұнда қоя ғой. Бұл жерде яғни суретінде ең басты ағашты салып алған, яғни бұл стабильділікті көрсетеді. Және ағашты салу барысында тамырларын және бүкіл бұтақтарын бәрін салған. Яғни тиянақты барлық назардан ұстайтын. Одан кейін көңіліне ең басты жаңағы ағашты бұтақтарын бәрін салған кезінде оның барлығын көзқарасы, яғни жан жақты. Бұл баланың жаңағы бұтақтарының толық қанды қылып салған, яғни бұл бала екі жақтында бірнеше вариантында қарастыру мүмкін деген жағдайды көрсетеді. Түстерді алу барысында түстерді өз ара әзірше араластырған жоқ. Араластырдың? Қай жерде араластырдың? Ең көріп үлгермедім. Жалпы... Жасыл түсті жасағанда сарыны және көкті араластырды. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается именно идея этой картины? Как она проявляет вот нашу юную художницу? Ой, осторожно. Расскажите, как, о чем говорит эта картина, о, допустим, каком-то сознании ребенка? Как, в чем проявление идет? Я думаю, что она в своих убеждениях очень, как сказать, стабильно, да, так скажем, она от своего мнения, если она высказала свое мнение, значит, она его будет придерживаться. Это, то есть, это проявляется в этой картине в том, что она нарисовала корни дерева. Вот. И будет, наверное, очень сложно ее в чем-то переубедить. То есть, такой ребенок, который имеет уже свое «я», уверенно в себе и проявляет свою индивидуальность так, как ей нужно, как она это видит, как она хочет. И хочу сказать, что она в будущем может очень много чего добиться, показать себя. А по каким вообще факторам, признакам определяется вот это вот все? Есть какие-то определенные факторы или оно в каких-то как тандемах уже говорит о чем-то? Просто сам процесс, как она накладывает, как что изначально прорисовывала, что как бы я не могу сказать, что есть определенный стандарт, которого мы придерживаемся, и по которым мы уже критериям можем сказать, да, этот человек такой, этот человек такой. Это не стандартно, это же у каждого индивидуальность, и оно проявляется по-разному. И каждый могут проявлять его по-разному, хотя видение может быть одно, а проявляться могут по-разному. Или наоборот, видение разное, но схожие картины, да? Как бы вот эти моменты тоже учитываются. Ну что ж, дорогие гости, прямо сейчас мы прервемся на нашу следующую музыкальную композицию. Как же без нее, ведь музыка остается, была и будет неотъемлемой частью нашей человеческой жизни. Я келесі кезекті музыкалық үзіліске беремін, экраннан алыстамаңыздар.
Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 252505. Дорогие телезрители, звоните к нам в студию по номеру 252505 и пишите в социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Так, дорогие гости, расскажите нам о следующем художнике. Ну, хочу сказать, что у нас Адим Гуль пришла сегодня. В ее картине... Можно Адим помирать? Вот в ее картине мы можем увидеть, что она прям яркими красками пользуется. Это вот как раз-таки мы говорили про подростков, что у них очень разные видения. И очень хорошо прорисован ствол. Это говорит об устойчивости. Но здесь я хочу отметить, что ветви, они прерывистые, и где-то они между собой не сходятся. Это говорит о том, что у Вадим Гуль присутствуют какие-либо страхи. Но мы думаем, что сейчас, поработав, это все снимем, да? Страхи, возможно, в будущем, возможно, того, что будет в дальнейшем, да? Как раз-таки ветви об этом и говорят. Цвета при этом она выбирает очень яркие, и ей нравится, что... Вот здесь все, яркость красок присутствует, что даже несмотря на свои страхи в будущем, да, у нее есть большие надежды. А, дорогие гости, вот такой интересный вопрос у меня нарисовался, как говорится. Как судить по человеку, если он, допустим, профессиональный художник, закончил школу, да, художественную, или там еще берем выше какую-нибудь консерваторию, выше учебное заведение по рисованию, и он просто пришел к вам в студию, чтобы, ну, нас для оценить. Себя что-то взять, не вас оценить, а именно для себя что-то взять, именно, ну, именно воспользоваться услугой, которую предоставляет арт-терапия. Вот как с этим быть, как определить человека по тому, как он рисует по стандартам, ведь есть какие-то определенные критерии у художников, и они их все соблюдают чуть ли не строчка в строчку, не по книге. Ну, у нас на самом деле есть такой художник, который помогает нам, так как мы вообще, ну, как бы не профессионалы, да, в этом деле. Ее зовут Арина. Она закончила художественную школу. Но я считаю, что все равно, даже если ты художник, ты по-своему проявляешься как будто в данной картине. Все равно в какой-то степи, в какой-то, так сказать, ветви. Опять же, даже в выборе каких-либо красок. Вот. И это тоже будет, ну, говорит о человеке, о его качествах. Ну, мы бы хотели сказать Арине большое спасибо. Да, она нам очень всегда помогает. Мы ее, ну, я лично с ней уже давно знакома, знаю ее маму. Вот. Если уж говорить о арт-терапии, то как бы то ни было, не упираясь ни на какие профессиональные какие-то знания, все равно с творческой стороны эту составляющую определить можно, составляющую характера и психологическую. Понятненько. А расскажите о нашей сегодняшней данной художнице. Как давно она ходит и какие вообще сегодня успехи? Сегодня первый день. Да. Ага, и с первого дня получается уже такой вот классный портрет. Да, действительно, очень хорошо, мне вот прям нравится. В чем вообще суть данного портрета? Вот, допустим, с чего она начинала его рисовать и как этот портрет, что этот портрет вообще не говорит? Я, мысалы, егер де белгілі бір тақырыпты алсаңыздар, мысалы, бүгінгі тақырыптарыңыз ағаш салу болса, онда сіздердің қандай мақсатты көздейсіздер, сол арқылы нені байқауға тырсасыздар? Негізінде тақырып болғанда, біз тақырыптарды алдын ала кейде дайындап қойғанмен, сабаққа келген жаңағы бізге кісілер, олар жаңағы кейде басқа тақырыптарды да таңдауы мүмкін. Яғни өздерінің ұнайтыны, иә. Свободная тема дейміз, кейде солай да болып жатады тақырып таңдағанымен. Бүгін біз өзіміз ағаштың суретін, яғни бізде бүгінгі сабақта бәрі балалар. Сондықтан, яғни жалпы ағашты олар білет. Яғни ол не екенін білет, жалпы көрді оны. Сондықтан соны осындай күйінде қалай көре алады деген, олардың көзқарастарын білет деген. Яғни өзі және оларды сипаттау үшін. Отлично, Куаныш, вот знаешь, художественное искусство и погода — это какие-то схожие, наверное, отрасли нашей жизни.
Можно сказать то, что и в изобразительном искусстве все может быть серо и мрачно, также может быть тепло и ярко, также и в погоде может быть переменчивая погода, переменчивая температура и переменчивая природа. Зима уже давно отошла, и лето уже наступает нам на пятки, и очень-очень скоро погода будет очень-очень жаркая и солнечная. Ну а что сулит нам сегодняшний день, узнаем по прогнозам наших синоптиков. Я құрметті көрермендер, бүгінгі күні бізді қандай ауа райы күтіп тұрғандығы жайлы келесі айдарымыздан біле аласыздар. Экраннан алыстамаңыздар. Телекөрермендер, біз бүгінгі құрметті қонақтарымызбен сырлы сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Ауарайы кезінде бізге жаңа көрермен жаңа қонағымыз келіп қосылды. Және уақыт эфир уақыты шектеулі болғанына қарамастан, бүгінгі осы арт-терапия студиясының мінекей қаншама шәкіртін көріп отырсыздар. Бұл өте үлкен жетістік деп ойлаймын сіздер үшін. Ал енді осы бүгінгі сурет қазір дәл алдымызда тұрған суретке тоқталсақ. Аят суретінді көрсетейкіш. Давайте буквально, что получилось, можете рассказать. Көрсетіңіздер. Неке қандай керемет. Аяттың суретінде, яғни астында фон көріп тұрмыз, горизонт, иә? Розовый. Күлгін түсті. Яғни бұл жерде бұл баланың бүкіл нәрсеге ашықтығы көрсетті. Және оны қалай көретінізді. Сол күлгін түсін. Және бүкіл ағаштарын, жалпы жапырақтарын көрсеңіздер, там бар етінде. Яғни бұл әлі біз көп нәрсеге үйренеміз деген сөз. Жалпы қорқыныш сезімі бар ма? Процесті көрмегендіктен мен кейбір нәрселерді қазір толық айта алмауым мүмкін, бірақ суретіне қарағанда өте жарқын. Неке студиямызға қаншама шәкірттеріңіз келді, барлығында бір тақырып болса да, бірақ біз әртүрлі суреттерді, әртүрлі бейнелерді көре білдік. Бұның өзі сіздердің қаншалықты жақсы жұмыс жасап жатқандықтарыңызға дәлел бола алады. Дорогие гости, прямо сейчас в программе «Кокшинары» вы можете передать привет и поздравления своим родным, близким, друзьям. Я жақын туған туысқандарыңызға тікелей эфирде сәлем жолдасаңыздар болады. Ну, я хочу передать привет своим родным, своим родителям, своему сыну. Хочу сказать, что, что их люблю. И хочу пригласить всех посетить наш арт-класс. Заходите к нам на страничку Instagram Art Class Energy. Приходите к нам, нам будет очень приятно. Мен де өзім сәлем жолдағым келеді, өзімнің ата-анама, өзімнің ата-енеме, жолдасыма, яғни барлық адамдарға мені қолдап, осындай өз мамандығыма тура тікелей сәйкес болмаса да, осындай маған өздерінің көмектерін көрсетіп, қолдап отқандарына. Бүгінгі және де біздің творчествамызға осындай үлкен өздерінің үлестерін қосып отырған кафехана меймандарының бастықтарына және біздің партнерларымызға өте үлкен рахметтерімізді айтқымыз келеді. Жалпы бұл методика бар
ол жұмыс дейді. Онымен тек қана қолдана білу керек. Құрметті қонақтар, сіздерге де біз өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін осылайша студиямызға келіп, шәкірттеріңізді көрсетіп, суреттеріңізбен бөлісіп, өте қызықты танымды ақпараттар бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті телекөрермендер, біз осы жерден Көкше нұры танымдық көңілашар бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Әрбір арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Болашаққа беттеген барыс бейнелі еліміздің бірлігі нығым болсын. Аптадан айға, айдан жылға аман есен жете беріңіздер. Аман, сау болыңыздар. Вот и подошла к концу наша утренняя передача «Кокше Нуры». Сегодня вместе с вами этот день встречали я, Иван Дубейко, и моя дорогая соведущая Куаныш Каирова. Смотрите нашу утреннюю программу каждый будний день в 7 часов 30 минут по местному времени. Мы желаем вам удачи и отличного настроения. До скорых встреч в эфире. Жаным, 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 жаным